А для многодетных семей в округе действует новая мера социальной поддержки. На выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума при рождении третьего и последующего детей. Причем право на получение денег дает ребенок, родившийся после 1 января текущего года. Добавлю, ежемесячную выплату родители будут получать в течение 3 лет. Для оформления данной выплаты необходимо родителям обратиться в Управление социальной защиты с письменным заявлением и полным пакетом документов. Выплата, ежемесячная денежная выплата предусмотрена в размере прожиточного минимума на детей, установленного в автономном округе.